Вот не трогай, я уже иду. Я иду. Ну, все перепробовала. Вот что значит, плохо вижу. Но хороший аппетит имею. Не надо вот это все здесь устраивать, понимаешь, свински. Убери руки. Это творог. Нет. А что ты делаешь-то? Господи, прости. Ты о чем? Мы докормили, ты что есть за столом? Ну давай, ешь. Очень надо, да? Ну хорошо, ешь творог. Больше не дам. Что еще? Мы с тобой что готовим? ППшные вафли. ППшные. Не для тебя, а для меня. Если будешь мне мешаться, я тебя выгоню. Убирай руки. Так, творог. Теперь у нас идет яичко. Руки убери. Не обижайся. Нечего тут тебе делать. Так, дальше соли немножко. Ага. Размешиваем. Вот ты вот не помогаешь, а суетишься, понимаешь, я тебе должна сказать. Это называется не помощь, это называется больше намешаем. Да не дам я тебе ничего. Ты это не ешь. Я себе это делаю. И еще у меня сюда пойдет овсяная мука. Хотя я больше люблю рисовую. Ну ничего, рисовая кончилась. Все, размешиваем. Если бы не помощники, так в три раза быстрее бы сделала. Пойди уже отсюда куда-нибудь, моть. Пойди куда-нибудь, у тебя дела есть какие-нибудь? Иди делами займись. Иди. У такой почтенной бабушки должны быть дела. Иди отсюда. Ты сама не захотела помогать по-человечески. От одной избавилась, второй пришел. Ты наблюдать будешь, наблюдатель? Ты их тоже не ешь. Это ПП вафли. ПП. Будешь помогать мне переворачивать? А то мне горячо. Сейчас подожди, подожди. Вы все еще печете? В смысле все еще? Мы только начали. Вот такие вещи у нас получаются. Вкусненькие. А съемки потом, ну в смысле, ребятам. Я потом добавлю туда бананчики. Себе сейчас испеку чуть-чуть своих ппшненьких. А потом он с бананами доделает. А вы что, нас снимаете, что ли? Да. Изобразие какое. Выключайте кинокамеру.